Друзья, буквально пару минут остается до начала жеребьевки. Локомотив вот-вот узнает своих соперников в группе Лиги Европы. Здесь мы собрались вместе на площади РЖД Арены. Я свой выбор уже сделала. Я очень хочу, чтобы нам выпал Лацио, Партизан и, пожалуй, Пражская Славия. Пойдемте узнавать мнение болельщиков. Какие прогнозы, кого хотите в Лиге Европы? Хотелось бы посильнее кого-нибудь, но чувствуется, будет какая-нибудь шушера. Ну вот, например, из первой команды. Арсенал или Милан? Третья, четвертая. Да уже все равно там. Главное, Арсенал или Милан. Было бы неплохо Арсенал посмотреть, как играют. А из других корзин? Астану и Лугана, наверное. Было бы неплохо. Милан, наверное, итальянцев очень хочется. Немцы, там, Кюльн. Хоть вроде хочется и сложнее, но пройти надо, бороться надо. Вильярреал, Партизан и, конечно же, Аполлон. Я хотел бы Кёльн и Прагу, Славия. Лацио, я выбрал Росенборг и вроде как Конья-Спор. Ну, Хофенхайм сейчас набрал очень вот. Ну, а так-то Локомотив всех выиграет, если честно, по сути, смотреть. То есть из группы выйдем при любом раскладе? Конечно, смотреть-то. На выезды поедете? Как с визой? Успеем, не успеем. В Черкизово придешь поддерживать ребят? Конечно. А на выезды там с родителями? Взять их, погнать, потопить за Лока? Возможно. Я еще ни разу не ездил в Европу на выезды, и хочется попробовать. Поедете поддерживать в другую страну, ребят? Естественно. Если какую-нибудь Прагу, то, я думаю, возможно. Нет, везде поедем. Поддержка нужна и на чужом стадионе. Сближает. Это интересно всем. Услышите с первых уст, что думают по этому поводу игроки. А по поводу группы нашей что можешь сказать? Группа отличная. Проходимая? Для выхода в весну.